Здравствуйте, с вами Роман и Лёха. Лёха, да. Тайник. Я прав. Нафига тут два зелья валяются? Да? А, блин, а у меня старый тайник. О, у меня тут, это мой тайник тут. Точно, у нас еще нет вещей с дырочками. Нет, немножко камушков есть. Нового уровня, правда, но... А если я что-то туда запихну, ты будешь видеть? Не, это тайник на весь аккаунт распространяется. Я туда зелье не пихал. А мне не дали, блин, прикинь. А, кстати, я же, наверное, могу что-нибудь скрафтить. У меня же кузнечное дело, смотри, полное. Я не буду этого тут прокачано. Так, что я могу скрафтить? Ремесло. Мне нужно что-нибудь на мой левел. Так, а у меня что вообще, арбалет? Что это называется? Летучая эссенция, блин. У меня ее нету. А меня забрать что-нибудь можно, прикол. Да, а у меня полностью прокачано. Это дело. Кузнец первого уровня обучить за 1000. Кэш. 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 Ну, все, деньги кончились. Так, это что я могу сделать? Блин, я сейчас попробую что-нибудь сделать. Во, наплечник, блин, точно. Наплечников у меня нет. Блин, они на 11 левел. Ладно, сейчас обходи. Сейчас хочу сделать наплечник себе, 11 левел. Уходи отсюда! Подожди. Где эти наплечники? Что они требуют? Летучие эссенции всего лишь. У меня в сундуке лежит летучие эссенции. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь. А, это сияющие эссенции. А летучие, что, я переработал, что ли? Эй, у меня нет летучей эссенции почему-то. Угу. Зато у меня есть, блин, горящая сера. Которая, кстати... На нолик тоже можно на помощь звать. Угу. Купить 14 ячеек за 10 тысяч. Хорошо, хоть не за 10 тысяч рублей. А то бы точно ММО было бы. Не слышишь, говорю, у меня есть горящая сера, которая делается при разбирании легендарного оружия. И что, причем в пекле, по-моему, только она. Так, смогу я сделать? Блин, а как мне сделать летучую эссенцию? Это что за такая херня, блин? У меня хорошая вроде эссенция тут. Сейчас посмотрим, где, как сделать летучую эссенцию. Сияющий сенс. Блин, при разборе говна, наверное, только она делается. Пекло. Получается, когда кузнец разбирает на составляющие редкое оружие и броню. Желтое. Круто. Ну что, может, пойдем кого-нибудь помочь им, что ли? Сейчас пойдем. У меня просто, видишь, сияющий сенс. Она только в кошмаре бывает. Понятно. Сейчас скину. Секунду. Продолжаем. Ты что, не посмотрел-то? Чё? Не посмотрел. Чё посмотрел? Чё не посмотрел? Вот чё. Какая штуковина для монаха. Редкий щит. Да, это редкий щит. И нафиг он тебе? Как? Я всё продать хочу, и всё как труп не доходит. Продай. На аукционе хочу продать. А, так продай. Так руки не доходит. А нам в дом? Тянись. Я не знаю, нам куда я вообще сюда. Ну раз сюда. О, тут торговец тоже есть, блин. Чем торгуешь? Зелень. Обычно они где вот, значок разный. Тут не только зелье. А куда нам надо-то? Ремонт тоже прикол. Я не знаю, куда нам надо. А я что-то не получил сюда. Вернуться в собор, ё-моё, через портал. Это что так? История нового Тристрама. Да, вперлась она мне. Мне и старого хватило. Да там? А, ладно, к тебе. Там подписано. Желтым. Я, кстати, теперь силен стал. Да. Прям резко, да. Конечно, когда есть деньги. А что там эта руна дает, не пойму. Почитай. Кровавый раскат. Варвар стоит удар внутрь, всем противникам, да, звонит, пергера. Прикол. Ну ладно. Собор уровень 2. Мари. Блин. А чё она не летит куда надо? Не знаю.
косой мудак. У 7 золота. 16. 16, блин. Тебе не жирно, блин? А, ничего-то не особо не торкнуло. А я уж испугался, успел. Мне, конечно, вару мне больше нравится, он как-то массово работает. Вот так, да? Да. Забежал в кучку и развлекайся. Простой кинжал. Прикол. А у меня топор. Короче, белые и серые подбирать вообще смысла нет. Ну да. Я вот сейчас буду синие собирать, чтобы их переплавлять, чтобы все наплечники сделать. Золотые. Да, наверное. Краситель пока жалко не появились. Простой хочу. Кинжал, ранение. Прикол. 10,5. А белые вещи, кстати, даже не разбираются. Ни белые, ни серые. У них вообще смысла нет. Хрена. 10 и 18 золотых. Я еще 11. Антикирпич. Да. Ну тебя, наверное, в детстве, когда уронили, ты пол проломил. Кончилось. Сука, блокирует мои выстрелы. Угу. Блин, что-то синие вещи даже не выпадают. Это что за мудак? Не знаю. Не вижу. Ну ладно, я его завалил, не важно. Ничего там не выпало? Да не, вообще ничего. Сейчас синие вещи нужны любые. Блин, это прям мини-акула. А то и Макси. Книжонка. Книжонки я беру, потому что они опыт дают. Какой-никакой, но опыт. Чат через некоторое время закрывается, в общем, исчезает вообще. Ну да, ну зачем он? Когда никто не пишет, тогда он исчезает. Видишь, смотри, свитки определения падают, портала. Старого дьявола. Чё-то не заметил. Сейчас, иди, разломай такой же. Где-то здесь же был. Во. Книжный шкаф. Нафиг надо это. Мы сейчас современные технологии, нам это не нужно. Сундук. Все-таки 20 лет прошло. Да. Блин, прикинь, не ломает собака. О. Золотишко. А у меня зелье выпало. Совсем разное все падает. У каждого собственный рандом, блин. Я прям падал всем примерно одинаково всем. Тебе топор там, мне лук одинаково примерно леву. О. Разборку. А, я думал, что это за хрень показывается от ихней жизни, блин. У тебя, кстати, мои жизни видны? Угу. Это на D. Так, включить, посмотрим, выключить. Что тут у нас наручи. А, один здоровье в секунду, прикольно. Коса какая-то, сбалансированный серп. Ну, а фигня. О, сундук. На помощь. Блин, чё пугаешь? На помощь. Ты уже обосрался. На помощь. На помощь. Видишь, типа отметка, если ты где-нибудь нашел босс или тебя там метелит, поставил отметку сразу. Ну, как так обычно люди делают. Погоди, у меня флаг тот же, рандомный. О. Чё за муть? Это тот самый чувачок, известный нам старый Диабло. А, нет, не он, это хромовник какой-то. Тут ты вообще понимаешь суть в чем? Мы идем. Короче, где-то звезда ебанула.
И мы ищем ее. Ну, так, вкратце. Да, спехи мышь, найди по жопе, он не хочешь. А это по пути. Ну, серп. Какое-то колечко. Опять колечко, блин. У меня еще не одно колечко. А, сфера какая-то орлиная. А, для этих, наверное. Чародей. Кожаный жакет. А у меня тарч. Прикольно. Тупая вещь, но все-таки лучше. Даже белые вещи лучше моих попадаются. Ну да. Бывает. Ну, естественно, потому что ты уровень меняешь очень быстро, и вещи падают из-под уровня. Примерно. Поэтому да, потом хрен такое будет. Не, потом, конечно, может там по защите они будут больше, чем твои. Ну как это бессмысленно. Да? Ну да, потому что ты уже как подобрал себе шмот, который к силе там. Ну смотри. Смотри, хуй у тебя там навык. Вау, ты смотри, что у меня есть. Смотри, смотри, подойди ко мне, посмотри. Смотри, у тебя приближение стоит, приблизь. Приблизил? Смотри. Вау! Блин, сука, прям под шарфик. Оо, я рад на разбор. Блин, да я смотрю, он силен, как жопа. Кто? Этот чел. А. Дымовая завеса ем. Я давай... там арбалет вообще бросит тебе. А, трофейный арбалет. Я хз, конечно, чего это? Я его разберу. Блин, наплечник у меня. Нет, ты видал, ё-моё, вообще жесть. Я хотел херню разобрать. Блин, я вообще жесть, да. Портал. Орлок. Кормак. Кормак или Ормак? Какая нахер разница? Ну да, круто. Так нам дальше надо. Так. Че он теперь к тебе прилепился? Ну, за к лидеру, ё-моё. А, вообще, кстати, да, я игру создал. Но это не важно, он может кому угодно присоединиться. Недостаточно ярости. Блин, как же это охуенно. Мне нужна помощь. Да капюшон, ё-моё, это вообще улетно, блин. Красный помощь. Прям. А я его хотел разобрать. Пора за дело. Пора домой. То есть, ты, знаешь, его синий шмот. Че все время вспоминай фразу «пора домой». А, переполнил, что ли? Что-то типа того, это во второй, что ли, первый Диабли говорил. Не знаю. Что-то, по-моему, был типа того, типа, мне надо скинуть. Вау, некачественный короткий лук. Поврожденный малый жазл. Ты вообще по тени попал. Давай, разламывай нам эту херню. Че это яд? Он. Да не хромовник. Хромовник, кстати, опять же. Вот он, ёмда. Знаю я некоторых, нескольких хромовников. А вам послушай сейчас внимательно, что он скажет. В угол, блядь, забили. Видал? Он говорит, меня затмило мой разум, ё-моё. Пойми, чувак. Маг. Мило. Предательство нельзя простить. Вот, блять, вот вся такая хуйня. Ну что, мудак. А у тебя кожаный жилет по-другому, наверное, выглядит, да? Ну вот у меня кожаный жакет. А у меня. Ну вот, а на мне вот как он выглядит. Да, усац. С шарфиком, повишь, я ебаю. Бля, какой я классный. Золотишко. Бать, какая классная, еще два лука одинаковых. Не, не, прям... О, золотая кожа кто-то продает. Не рад, всегда же прям отсюда обстрел вести. Я вам что-то ни хрена не пишут. У меня как игра сохранена последний раз. Вот, я не пойму, почему такая херня. Почему по-разному? То есть вещь не на меня вроде как. Я понимаю, все вещи, которые на тебя писали. О, коп, ну сейчас будем нагибать всех. Я во все чаты войду, блин. Монахи, общие, вообще в любые. А, ну вот, наверное, почему. А, все, блин. Во все чаты сразу нельзя, блин. 5 чатов в предел. Ну, в принципе, тебе самому не нужно, блин. Ты заколебешься. Ну, я войду в чат, который тупо общий.
Все. И плевать. Так. Я в каком чате? Ай, хер знает, куда чате. Так. Блин, я ж тебя валить хотел. Это арбалет. Древорубный топор. Ну да, дровосек. Во, вон он там. А, я думал, что это за полоска, это левел. Да. Хорошо, что я не буду в конце вообще всей игры, там, не знаю, 97-м часу там. Ура, 8-й левел! Даже урона не дали, ну вы вот такие. А, мне что-то дали, мне навык навык дали. Удар в прыжке, что это такое? Смотри. Нужно еще время. Так. Я их, кстати, пропустил все эти удары в прыжке, я что-то я не помню, что я ими пользовался. Я просто читаю, что-то какая-то хрень, думаю, нахер это мне надо. Удар. Что за весом? А, нормально. А, тут все навыки только отдельно на 1, 2, 3, 4 разные, да? Варвар совершает прыжок, но раз. Круто, хочу. Блин, я что-то этой херню не пользовался, смотри. Дал. Я черный. Вот это перданул. Ну, погоди, сделай, давай так, прыгни на меня. Да? Я ж почернел, блин, от Гарри. Нет, просто тебя обосрали. Сейчас эта херня вылезет, призывающая. Вау. Хавать. А? Вот колбочку можно взять, хавать не обязательно. Колбочку, видишь, хорошо выпадает. Блин, хочу 11 левел. Наплечников у меня еще нет. Чё-то хери всякой набрал. Так, у меня еще одну вещь надо, желтую, синюю, придется, наверное, купить ее и разобрать. Не, ну цены безбожные вообще, блин. Ну такое говно. По 1800, блин. Видишь, когда этот навык у меня готов, очень быстро можно кромсить. Хотя он косит, как мини-акула, по 6, по 10 урона. Мне нужна помощь, мне нужна помощь, мне нужна помощь, мне нужна помощь. Что-то не прочитывает, что-то мавая завеса дает, наверное, временный, что бить нельзя мне немножко. Немножко, блин. Да. Пойду я в город, смотаюсь быстренько. Тщательно. Блин, тут у меня пишет, Роман Драницын, ваш друг, заработал достижение. Ну что за херня, блин? Не люблю, надо это убрать. Блин, я, кажется, спалил контору. Спасибо. Всякое бывает. Меч Леорика. Летучие сенсы. Погоди, а мне какая нужна? А, так мне она и нужна. Да ё-моё, чё ж ты так вот тупишь-то, блин? Мне до хрена. Ну как до хрена? 26 штук. Потому что я обычно такую же не пользуюсь, она уже как бы хреновый лут. Прикольно. Меч Леорика, а чё водить нельзя? Потому что он из воздуха, походу. Ой, призраков показали, как круто. Ладно, дальше чё. Ой, а это чё, он что ли? Не ссы, он ничего не может в таком виде. А, кстати, мы почти дошли до Леорика. Херась, колонны целые сносить весело. Не, пани призывают. Ура, бесконечная месила. Ну, это маленькая.
Это так. Чувак, ты обломал бесконечное месиво. А оно, блин. Ну, конечно, был, я ж пробовал. Ну, цепями, это я их цепями связал, что ли? Не знаю. Но они так круто стреляют, мне так прям типа больно. Тут, кстати, совет, знаешь, что действительно надо shift зажимать, когда, то есть, знаешь, тут именно совет вот этот. Я, конечно, сам допер, а я в привычке shift не зажимаю, по противнику промахиваюсь, в итоге подбегаю к нему. Ты shift зажал, стоишь, стреляешь. То есть, а тут даже совет такой есть. Ну, я колодец. Куда мы пошли-то, ё-моё? Я хуй знаю. Вернулись. Обратно пошел, зачем-то. Ну, это с двух сторон проход. Эпично, эпично. Так. Поврежденный древорубный топор. Дверерубный, блин. Эпично. Да. На, откройте дверь. Блин, как я сюда попал? Что, в текстурках застрял? Попал в текстурку. Мы только что прибыли в Тристран. Должен признаться, пойдем? Несколько разочарован. Да. Да не, может просто согласиться, дверь не обязательно убегать. Все, сейчас Леорика будем бить. Это вот этот последний, или он там раньше был? Ну это был последний в демке, да. Вот этот последний, да, в демке? Да. Вот сейчас узнаем, все ли нормально у меня. Все нормально, у тебя аукцион открыт, ты в друзья меня добавил, мы в группу объединяемся. А, ну, очнулись. Сейчас, а дальше первого акта нельзя. Так, да. Аукцион, он вообще, по-моему, его, по-моему, даже этой колонки не было. Не то, что там была нельзя просто, а ее не было. Нет, действительно, с шифта можно вот сдали фигарнуть, к примеру. А то подбегать надо всегда. Они сами подбегут. Привет. Так, нажимай на него. Чувак, ты в порядке? Я? Да не, я ему. Чувак, вставай. Сейчас, блядь, встанет. Ахуй надо. Так, ты ближний бой, ты сразу на него нападай, первый. Видишь, король скелет именно. Ни хрена себе он жирный. 4000? Жирный. Не, жирный, видишь, что долго умочит. Цифон, что сейчас призывать начнет. Ну, он, видишь, особо не торкает, конечно. Ух ты, ебать-то, блин. Иди нахуй. Не привык я убегать, ё-моё. Вообще мне не свойственно. Ну чё, половину снесли уже. Блин, я мышку сразу зажал, он на лодке. Сейчас ко мне прилетит. Иди нахуй. Ну, а цепи какие-то появляются на лодке. Да, это я тебе замедляю двух противников. То есть по двоим надо стоять. Ну, как бы связываю. Хоп, с Леориком. И не вышло. Да ничего, вплотную стою, блин. А, у меня же есть это. О, первая желтая вещь. А у тебя? Кукла Вуду. Желтая. Да, а у меня нож. Сейчас тебе его, наверное, отдам. У меня как бы от него смысла нет. Че за кукла Вуду? Да это, наверное, для колдуна какой-то. Глаз неповиновение. Редкий оберег. Только для колдунов. Ну я тебе тогда вот этот скину, мне оно тоже не нужно. Ща. Да. А, ну мне тем более не нужна, возьми, разберешь. Зачем? В чем прикол его желтости, у него урона хауна. Ну, по сравнению с одним мечом, ну ладно. Не суть. 2-3 единицы. Чё, давай... Тайнмаги, 3 живучи, 2 ксурсина, а, хотя неплохо. Докончим сейчас это быстренько и закончим на это. Тут осталось уж немного. Ну да. Сейчас встретим звезду, которая упала, которую мы, собственно, и пришли искать. Наконец-то. Незнакомец, о чём там забыл? Ну просто он и есть звезда, но ты сейчас все узнаешь. То есть в том, когда начинается игра, типа, мне надо найти звезду, ё-моё. Какое-то странное начало. Причина всех этих разрушений.
Это мой любимчик. Вообще во всей серии Диабло. Я не помню, первый он был. Чувак, как что не убился так конкретно упав-то? Да нет, ты, наверное, может, путаешь. Он точно не убился бы, этот чувак. Да я знаю, что он не убился бы, но... Чё-то не похож сейчас в данный момент на того, кем был. Потому что он теперь смертный. Ну ладно, не надо рассказывать сюжет людям. Если он смертный, вот я и говорю, почему он не убился. Он встал. Чё-то не похож на того, кто мог просто с неба пизданулся. Дедуля какой-то. Да. Ну чё, новый Тристрам? Угу. Заставка. Я проделал нелегкий путь, чтобы увидеть, какая я сегодня. Длинный путь назад, ужина упавшая. Но на самом деле просто человек. Просто человек. Просто человек упал. И зачем он здесь? Возможно, Декарт Каин поможет. Может быть, Декарт знает ответы на эти вопросы. Заставки для варва, для всех разные, смотри. Типа там по сюжету. Ну, женский голос, мужской. Ну вот, сейчас давай закончим это. А что, разобрать вещи лучше? Желтую или что? Как хочешь. Ну сколько она стоит, подумай, могут для тебя денег? Кто ты? Я раньше разбирал, а потом подумал, да смысла нет в разборе. Тем более начальных вещей. Вначале 141 деньги бакс, круто. Вначале лучше деньги пригодятся. Я так думаю. За 141 этот продать ее? Ну да. Ну, собственно, можно, я думаю, прощаться. Наверное. Я уже хотел прочитать задание про Вальна, там задание про Влень черту короля. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте, если здесь впервые, подписывайтесь. Пока. Да, прощайте. Я кнопку перепутал. 5. Удачной охоты, короче, вам, как сказал. Принц Персии тире Ассасин, да? Ну да, Ассасин. Окей, гасю все. Давай.